Уже 71 205 пациентов по всей стране успешно выздоровели от коронавируса. Зафиксировано свыше 72 тысяч человек с положительным тестом на COVID-19. Врачи провели более чем 1 554 тысячи тестов. Такие данные приводит Минздрав. Пункт лабораторного тестирования на COVID-19 открылся в Национальном аэропорту Минск. Исследование платное. Стоимость составляет 64 рубля 92 копейки. Материал для теста – сыворотка крови. Забор проводится натощак либо через 3-4 часа после еды. Результат выдается на руки через полтора часа.